Ну, мне вот мед акация очень нравится, он долго не кристаллизуется. И вот, ну, такой же вкус в течение года, то есть ничего с ним не меняется, он такой же текучий получается, такой же не кристаллизуется, цвет не меняется. Даже если вы в холодильник уберете, он будет немножко погуще, но также струйка будет тянуться очень долго. Ну, по цвету убивает акация разная. Кстати, вот есть зеленцой акация, есть чуть потемнее, чуть желтиночкой попадает, но в любом случае он вкусный. Даже когда вот что-то по травке попадает, да, он там вкус примешивается еще такой дополнительный, такая получается. А окраска акации очень, ну, мне больше нравится немножко когда травка попадет какая-то. Там несколько вкусов будет, да, то есть волна, раз, два, две волны получаются вкусовые. А почему ты так спокойно на пасеке сидишь без одежды специальной? Ну, Не кусают тебя? я тут давно, они уже, наверное, это знают меня. И знают, не сильно кусают, но я сильно не подхожу туда, к этим.